Первыми опробовать университетский бассейн доверяют выпускникам вуза. Многие из них уже сами учат детей и работают тренерами по плаванию. Вспоминают, в студенческие годы им приходилось заниматься в самых разных бассейнах, тратить время на дорогу. Я очень рада, что этот бассейн построили, наконец-то свершилось. Бассейн находится, во-первых, в собственности. Когда хотят ученики, тогда и будут плавать. Ни под кого не подстраиваться. В этом году педагогическому университету исполняется 105 лет. Физкультурно-оздоровительный комплекс под названием «Буревестник» – отличный подарок вузу на юбилей. Здесь есть не только удобный бассейн на 8 дорожек, но и тренажерный зал, и даже гимнастический. В Самаре это уже третий вуз, который обзавелся собственным ФОКом. Подобные спортивные центры уже есть в Объединенном университете и экономическом. В педагогическом ФОК торжественно открыли символично – ко дню студента. И вы, и многие-многие другие поколения студентов будут пользоваться теми благами, которые бассейн представляет, как для молодых людей, так и для преподавателей, как всегда была страна наша великой державой. И вашими усилиями, вашим трудом, вашим поколением она снова будет той великой. Строительство этого спортивного объекта как раз даст нам возможность увидеть новые горизонты и, конечно, развиваться успешно дальше. Программа по строительству ФОКов, а их финансируют из бюджетов разных уровней, продолжится. По стране будет 500 подобных объектов. В Самарской области на очереди Тольяттинский госуниверситет. Марина Кравцова, Константин Головин. События.